Пиротехника – товар сезонный. Наибольший спрос торговцы фейерверками наблюдают перед Новым годом. В этот период больше всего товара на прилавках и складах, а значит и больше внимания к его хранению и реализации. Сотрудники МЧС усиливают контроль за точками продаж пиротехники. В рейды выходят в том числе и по жалобам. На проверки торговых точек отправились спасатели, а вместе с ними и наша съемочная группа. Каждый год новогодние праздники по всей России, в том числе и в Твери, фиксируются случаи травмирования людей от пиротехнических изделий. Причины разные – некачественные товары и несоблюдение правил безопасности при запуске фейерверка. Чтобы не пострадать после праздничной забавы, необходимо тщательно подойти к выбору салюта, а точнее места, где его приобрести. Во время рейдов сотрудники МЧС проверяют у торговцев техническую документацию, а также оценивают условия хранения и соблюдения правил пожарной безопасности. Техническое изделие необходимо обратить внимание на срок годности, который указан на упаковке непосредственно пиротехнического изделия. Также на упаковке у нас указан артикул. В соответствии с данным артикулом мы можем запросить у продавца сертификат соответствия, который они обязаны нам предоставить. Что касается безопасности при запуске пиротехники, то всем любителям отметить Новый год под залпы праздничного салюта специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать важные правила. Непосредственно перед использованием нужно как можно жестче укрепить данное пиротехническое изделие, чтобы не было никаких наклонов, и использовать на максимальном расстоянии от жилых домов, автомобилей и мест посещения людей. До Нового года хранить пиротехнику лучше при комнатной температуре, но не более 30 градусов, подальше от источников тепла и от детей. А перед использованием обязательно внимательно изучить инструкцию. В соответствии с классами мы можем пользоваться с 1 по 3 класс в черте города. Непосредственно места определяет администрация города, и эти места будут выставлены на официальном сайте администрации города. Ближе к Новому году. Они уже определены, их опубликуют непосредственно уже ближе к Новому году. Отмечу, что продажа пиротехнических изделий до 16 лет запрещена. А чтобы не омрачить праздник себе, инспекторы Пошнадзора настоятельно рекомендуют покупать пиротехнику только в официальных магазинах. Усиленные рейды по торговым точкам будут проходить все новогодние и праздничные дни.